Hola, benvinguts i benvingudes un cop més al B2A, From Business to Audience, al nostre canal d'Europa Creativa, Media Catalunya. L'Atlàntida Mallorca Film Fest és un projecte de la plataforma Filmin, tot un mes online a la plataforma i una setmana presencial a Palma. En la seva edició número 12, que va acabar el passat mes de juliol, va comptar de nou amb nombrosos concerts de música, taules rodones, grans estrenes europees i molts convidats i convidades internacionals. Entre els convidats, el director bielorrus, Sergei Lesnitsa, va rebre el premi Master of Cinema en una gala dedicada a Ucraïna. Aquests són els films de Sergei Lesnitsa que compten amb suport mèdia al desenvolupament i o a la seva distribució europea. My Joy, del 2010, coproducció entre Alemanya, Ucraïna i Països Baixos. Maidan, del 2014, coproducció entre Ucraïna i Països Baixos. Krotkaya, del 2017, coproducció entre França, Països Baixos, Alemanya, Lituània, Ucraïna i Rússia. Donbass, del 2018, coproducció entre Alemanya, França, Ucraïna, Països Baixos i Romania. I el seu darrer film, presentat a Cannes, enguany, Història natural de la destrucció, que Sergei Lesnitsa va presentar a l'Atlàntida Mallorca Film Fest. Vegem-ne unes imatges. Durant l'Atlàntida Mallorca Film Fest, vàrem tenir l'oportunitat de conversar amb Sergei Lesnitsa sobre la seva carrera com a cineasta. Si Media dona suport al desenvolupament, com d'important és per vostè aquest ajut que va des de la idea fins a la preproducció? Дело в том, что когда начинаешь думать о фильме, все происходит как в математике, в абстрактном поле. А эту абстракцию потом необходимо каким-то образом перевести в очень конкретные места конкретных людей и снимать или пробовать искать места, где ты будешь снимать и встречаться с людьми и как-то перевести в материальное. И вот эту трансформацию помогает совершить медиа. И всякий раз, когда необходимо начинать готовить картину, и еще непонятно, будет ли поддержка других фондов, но уже нужно работать над фильмом, всякий раз медиа, слава богу, и спасибо большое, помогает нам найти возможности и сделать картину гораздо более видимой, чем это было просто на бумаге. Если мы говорим о документальной картине, то медиа помогает нам провести ресерч в архиве, например, как это было с последним фильмом, хотя бы даже предварительный, насколько возможно реализовать
моей идеи. Но если мы говорим про игровую картину, то это, конечно, и кастинг, и прежде всего поиск локаций, что тоже очень важно, и уже работа предварительная с художником, с оператором, и иногда даже мы делаем предварительные съемки с монтажером, например, и с камерой, и так далее. Вот, так что это большая помощь, на самом деле. Com és el seu mètode de treball amb el material d'arxiu d'aquesta fina línia que separa el documental de la ficció? Двигаюсь вообще в другом направлении. То есть идея, которую я имею, трансформирует все остальное. Материал, который я получаю. И в этом смысле эти фильмы идеалистичны. То есть они опираются на идеи. Для меня, в принципе, нет большой разницы, за исключением этической разницы, между игровым и документальным кино, поскольку и там, и в одном, и в другом жанре я применяю все те же методы, элементы языка, которые применяю. Разница ведь заключается только в том, насколько что-либо в жизни можно снять, насколько позволено это снимать, и насколько моя позиция снимающего нечто, поскольку такие есть обстоятельства, которые противостоят возможности съемок, насколько моя позиция этически корректна. Больше ничего. В принципе, с документальными фильмами мы можем вторгаться в жизнь других людей, влиять на эту жизнь, чего бы мне очень не хотелось. Или узнавать нечто о людях, что они не знают сами, но могут узнать из моего фильма, что может разрушить их жизнь, что мне очень не хотелось бы. Поэтому я в документальных фильмах все-таки держу дистанцию по отношению к частной жизни людей. И поэтому это фильмы о массах людей и действующие лица. У меня нету так героев в фильмах, за исключением очень резких там, одного-двух фильмов у меня нету героев. И в основном это массы. И речь идет о различных законах, которые управляют движением масс в человеческом обществе. Это связано с нашей цивилизацией, и, к сожалению, мы не освобождены от этого, и эти законы достаточно жесткие, но это не значит, что их не нужно изучать. Вот. И когда, например, я, имея идею, начинаю делать тот или иной фильм, я прежде всего опираюсь на тот материал, который у меня есть, этот материал классифицирую. И потом в процессе классификации я выбираю то, что мне необходимо, и фактически структура фильма, которая опирается опять-таки на идею, она выкристаллизовывается, потому что не все, что я бы хотел, было снято, если мы говорим о архивных фильмах. Здесь нужно проявить умение и чудеса эквилибристики в способности ведения мысли. Это тоже все не так просто, чтобы пользоваться тем, что есть, что вам дано и что вам не дано, пустотами, которые предполагаются и остаются за рамками кадра или эпизода, для того, чтобы выстроить ту картину, которую хотелось бы представить зрителю. До сих пор, мне кажется, мне это удавалось сделать. И если мы говорим о игровой картине, то, естественно, у меня больше степени свободы. И моя степень свободы ограничена только бюджетом в данном случае. И опять-таки я игровую картину, если даже этот фильм по мотивам повести, которая была написана, я эту игровую картину нанизываю на идею, прежде всего.
И ищу возможность преломить даже повесть, написанную кем-то, таким образом, чтобы проявить то, что я хотел бы проявить. Media dona suport a molts festivals europeus. Com valora el paper dels festivals de la seva carrera i, fonamentalment, la seva participació a Cannes? Фестивали — это своеобразная лаборатория. Это место, где встречаются фильмы, которые в некоторых странах вы очень редко можете увидеть на обычном экране. И все меньше и меньше увидеть по телевидению. И это, наверное, иногда для некоторых фильмов это единственное место быть увиденным в том виде, в каком эти фильмы задумал автор. И когда я делаю фильм, то я его делаю для большого экрана с звуком, который можно услышать в хорошем зале. Это 5.1. До Atmos я еще не дошел, но это все впереди, я думаю. И очень хотелось бы, чтобы в представлении зритель получал именно в кинозале. Поэтому иногда это единственная возможность вообще посмотреть и увидеть фильм. Канн это, наверное, лучший, ну, сложно с этим спорить, лучший, the best festival in the world. It's difficult to discuss with that. They made this reputation during all these 75 years. И, конечно, я благодарен Канну, потому что фестиваль поднял. Ну, во-первых, они имели смелость показать первый фильм, который был не такой простой, не такой, значит, но это для того, чтобы показывать такие фильмы, нужно иметь все-таки смелость, а тем более первый фильм. Вот. И тем не менее, он был приглашен в конкурс, и после этого все игровые фильмы мои были представлены там, и, конечно, Канн помог нам показать фильмы как можно шире в мире. После Канн фильмы все-таки идут в прокате в разных странах. Вот. Так что я безмерно благодарен Каннскому фестивалю. И сейчас я показывал вот последнюю картину документальную, тоже в Каннах. И мне кажется, что это лучшее место, где можно фильм представить. И это картина сразу же попадает в программу Каннского фестиваля, она попадает в фокус внимания. Вот. И мне кажется, что это очень важно. Для любого фильма, для любого режиссера это большая честь быть на этой ярмарке идей. И, значит, быть в месте, где можно встретить людей, режиссеров, которые думают так же, встретить друзей по профессии, что со мной каждый год случается. Creu que la coproducció entre països és del tot necessària? No tant ja pels diners en si mateix, sinó pel diàleg intercultural que això possibilita? Without co-production, I cannot make any my feature films. With documentary, it's possible, but with feature films is impossible completely. У нас самая большая копродукция была 5 стран. Значит, и вообще, в принципе, я учился в киноинституте, который называется ВГИК. Это тогда был Всероссийский государственный институт кинематографии. Это был 91 год, когда я поступил в этот институт. И тогда это было такое свободолюбивое место, место свободы. Тогда. Сейчас я не знаю, во что это трансформировалось, но я очень благодарен этому месту и своей школе. И вот одно из главных условий у нас была интернациональная группа «Всегда». И, значит, там учились люди со всего мира, студенты отовсюду, от Соединенных Штатов, там, Чад, Монголия, Китай, откуда угодно. Это потрясающе, потому что мы все обменивались нашими культурами, мы все делились тем, что каждый нес в себе. И на съемочной площадке у меня
практически на всех фильмах от 8 до 10 языков. Немецкий, французский, польский, литовский, латышский, украинский, русский, румынский и так далее. Значит, и я предпочитаю и стараюсь работать с лучшими профессионалами из разных стран. Это моя идея, и это мне очень нравится. И, естественно, копродукция в этом смысле — это просто наш случай. Она нам очень помогает, и без этого никуда не деться. Я думаю, что это и результат, этот обмен культур, он будет происходить в будущем интенсивно. Это результат глобализации, это результат открывшихся нам возможностей, значит, и технических, цивилизационных, и открытости, которые существуют в Европейском Союзе и существуют в мире. То есть мы к этому идем. Не к тому, чтобы закрываться и отторгать друг друга, но к тому, чтобы объединяться, сохраняя ценности каждой культуры, обогащая своей культурой другие. La pregunta obligada sobre la distribució. Cinemas o plataformas? Ну, это все равно, что задавать вопрос, например, что больше нравится, цифровая камера или камера, которая снимает на пленку? What you like better? Film stock or digital? Ну, конечно, мне нравится пленка. Но не всегда есть такая возможность. I like film stock, but it's not all the time exists this possibility to film on film stock. Yeah? It's expensive and etc. And когда у меня будет такая возможность, конечно, я буду ею пользоваться. Но, значит, что я хотел сказать? Я хотел сказать, что очень сложно противостоять индустрии. Индустрия все равно поглотит, как бы там ни было. Значит, естественно, я предпочитаю, чтобы фильмы были показаны в кинотеатре. Почему? Потому что если вы смотрите фильм на небольшом экране компьютера или телевизора, у вас нету этого ощущения, что там на экране боги. А это очень важно, чтобы те, кто был на экране, были 5 метров, 10 метров. Они боги, и у нас совершенно другой трепет к этому и другое отношение к этому изображению. Это изображение экранное поглощает вас. Важна темнота, обязательно. Темнота обязательно. И еще важно, чтобы вы были с кем-то. Чтобы вы чувствовали, как другие люди ощущают, что происходит. Как они переживают. Это тоже проникает в вас. И совместное, и индивидуальное переживание — это разные переживания. Так что я думаю, я очень надеюсь, что в будущем сохранятся, конечно, и платформы, и кинотеатральный прокат, как такой цимис, то есть такая прелесть, десерт, такой амброзия от кино. Вот. И я думаю, что будут такие сумасшедшие. Вот сейчас очень многие вернулись к LP. И слушают, я тоже вот вернулся к LP. Слушаю, да, пластинки, и я обожаю это и собираю. Вот я думаю, что освоив цифру, все-таки кино не будет уничтожено, кино будет поддержано, но будет существовать эта возможность, этот шик сделать фильм на пленке и показать его в кинотеатре. Спасибо, Сергей Лесница. Gràcies pel seu temps. Volem agrair a l'Atlàntida Mallorca Film Fest i especialment al seu equip de premsa l'ajut en fer possible aquesta trobada. I a tots vosaltres us convidem a seguir-nos. Gràcies.